Неужели в России появится своя собственная цифровая валюта? Как лондонская биржа металлов будет конкурировать с новой площадкой? А также в сегодняшнем выпуске мы раскрываем секрет успеха эфириума. Не переключайтесь! В рамках проходящего в Петербурге Международного экономического форума тема криптовалюты и технологии блокчейн привлекла к себе повышенное внимание экспертов. В частности, президент России встретился с создателем эфириума и обсудил с ним перспективы цифровых денег и технологии блокчейн в России. А зампредседателя ЦБ России Ольга Скоробогатова сделала важное заявление о планах регулятора по внедрению национальной криптовалюты. Она рассказала, что регуляторы всех стран пришли к мысли, что национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Разработка национальной криптовалюты, цифрового рубля, будет осуществляться на базе блокчейна. Скоробогатова назвала его революционной технологией, в которую, безусловно, надо вкладываться. Но не упускать из виду сопряженные с этим риски. А вот глава Сбербанка Герман Греф уже давно настаивает на единственной криптовалюте, которую можно будет свободно покупать и продавать в России. Все остальные цифровые валюты, предположительно, будут доступны только через пункты обмена или торговые платформы. Примечательно, что ранее российские власти занимали совершенно иную позицию в этом вопросе, даже предлагая криминализировать использование и торговлю виртуальными валютами, включая и биткоин. Торговая платформа под названием NFX Markets запустится в первом квартале 2018 года и будет реализована на движке, разработанном лондонским финтех-стартапом Autila. Возглавит новую площадку команда из 5 человек, включая Мартина Аббота, покинувшего пост директора лондонской биржи металлов в 2013 году. Следует отметить, что у самой старой и выдающейся биржи металлов с более чем столетней историей дела сейчас идут не лучшим образом. В частности, объемы торгов устойчиво падают. Управляющим на новой площадке станет Марк Брэдли, бывший сырьевой трейдер в Меркурии. В команду разработчиков также войдут Майк Ринакр, старший исполнительный директор Autila, Джим Купланд, бывший со-руководитель отдела сырьевых рынков Standard Bank, и Найджел Оуэнс, бывший сотрудник лондонской биржи металлов. В компании также подчеркивают, что контракты и торговые даты будут соответствовать установленной практике. Эфириум – криптовалюта, наступающая биткоину на пятки и ставящая все новые рекорды, вновь обновила рекордный максимум на фоне продолжающегося роста интереса к экосистеме цифровых активов и высоких торговых объемах в Азии. По данным CoinDesk, в воскресенье эфириум преодолел отметку в $250.41. Невероятно, но с начала года эфириум вырос на 2839%, вы только вдумайтесь в эту цифру. Когда только криптовалюта появилась, ее можно было купить всего за $8.5. Однако, в чем же секрет такого успеха? Дело в том, что эфириум разработали для поддержки так называемой системы смарт-контрактов. И это практическое использование привлекло к цифровой валюте внимание многих крупных корпораций и инвесторов, что и послужило ключевой причиной столь энергичного удорожания актива. Помимо этого, цены начали расти после основания Enterprise Ethereum Alliance, направленного на построение, рекламирование и поддержку проектов на базе эфириума. В группу входят такие гиганты, как JP Morgan, Microsoft и Intel. Недавно к альянсу присоединилось еще 86 компаний. Но у популярности эфириума есть и обратная сторона медали. На волне бешеного спроса на цифровую валюту образовался дефицит на рынке графических карт Radeon, производимых AMD. Компания оказалась не готова к столь энергичному росту спроса после выпуска серии RX 500. На этом фоне оставшиеся на данный момент единичные экземпляры видеокарт продаются по слишком завышенной цене. И на сегодня это были все новости индустрии. Выпуск подготовлен совместно с редакцией Forex Magnates. До встречи завтра на Dukascope TV.